Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Crossout. Машинку я перекрасил в такой песочный цвет камуфляжный и поставил двойные колеса поворотные. Давайте же мы машинку опробуем в режиме за дробовиком, потому что мне этот режим нравится больше всего. Он действительно прикольно, действительно меня очень сильно радует. Так, значит, новая карта. Очень мне эта карта нравится, она приятна. Здесь много различных таких холмов, за которыми можно спрятаться, потом резко выехать и начать стрелять из дробовиков, что действительно очень-очень важно и круто. Так, надо следовать за командой, потому что вот эта машина, она ориентирована на командное сражение, конечно же. Пока что не совсем понимаю, где здесь база противника. Ну, указатель есть, да, определенный, который показывает, где эта база находится. Кто выстрелил только что из пушки? Не совсем слышал, но ладно. Так. Ага, вон кто-то там смело выехал. А, вот мне вот это интересно, что это такое вообще? О! Так, это неправильно, я считаю. Вот этот товарищ опасный. Кто у них там так шмаляет-то вообще? У кого-то ракетный комплекс, да, я так думаю. Ракетный комплекс — это жесткая штука. Тихонечку, полигонечку. Ну и что? И где все-то они здесь? Они же здесь же только что были. Целая куча соперников. Куда они подевались? Растворились в воздухе, что ли? Ага, вот. За кустами, что ли, где-то здесь? Что-то как-то вообще ничего уже не понимаю. Или это настолько быстрый товарищ, что даже не успел заметить, как он здесь поехал, куда-то в какую-то сторону уехал. А, вон он. Катается. Ну, значит, надо в ту сторону ехать. Ну, а что же здесь еще делать-то в таком случае? Ох, чё-то какая-то тут перестрелка совсем жестко идет. Вот это что за мужик здесь? Пушку. Вот, нормально. Так, это кто это там захватывает? Надо срочно захватывать территорию красных. А, ну, в принципе, это уже и не надо делать, потому что мы уже, как бы, получается, захватили территорию и приличное количество соперников. Нашли. Фабрика. Хорошая карта. Прекрасная карта. Но здесь очень много открытого пространства и достаточно высоких холмов, с которых можно бомбить из пушек. Особенно если есть прицел. И это очень-очень сложно на самом деле. Тачка, кстати, стала ездить более круто с двойными колесами. Стала более поворотной. И это не может не радовать. Так, тут уже кто-то балуется ракетами из-за того вот здания. Это не прикольно совершенно. Надо идти помогать. Причем аккуратненько так. Так, что это они тут выезжают-то в эту сторону?
Как-то странно. Неужели там все перебазировались? У кого-то из них есть локатор? Очень хороший вопрос такой. Просто шикарный. Где-то вот сражение здесь идет. Не совсем я понимаю, где именно. Куда все делись вообще? Наверное, там опять тусуются, да, за тем зданием. Пойдем помогать тогда. Так, вон, да, кто-то там стреляет из, из пушек или из ракетных комплексов, не знаю, не могу понять. Пока что не совсем понятно мне это. Вот сюда надо ехать, скорее всего. Ага, понятно. Ух ты! Да что творится-то? Вот самый такой интересный вопрос. Как на этой карте столько их находится вообще? И никто их до этого не заметил. Я просто не могу этого понять совершенно. У меня по этому поводу нет никаких мыслей. Вот самый лучший вариант бы был хотя бы пару единичек отвоевать у команды красных. И наша команда бы уже выиграла. Так, давай, давай, давай. У тебя же есть бензопила. Ну что ты? А, ну их там несколько уже. К тому же ракетные комплексы все эти. Какой-то... вот ракетный комплекс, я считаю, это слишком жирное оружие. Я думаю, что ракетные комплексы надо как-то сделать попроще, потому что получается, что они дико мощные. Я не знаю, сколько для них нужно энергии, чтобы их можно было установить на тачку, но они дико мощные. И это как-то тут совершенно неприкольно получается. Потому что они могут бить с достаточно большого расстояния, да? Но, если... они бьют с большого расстояния, у них высокая, высочайшая точность. То есть, я не знаю, может быть, они самонаводящиеся, у меня по этому поводу мыслей никаких нету, но я думаю, что такое тоже не исключено. И если они самонаводящиеся, бьют с огромной дальностью, ну куда ты едешь-то? Бьют с огромной дальности, то что же получается? У них еще и дикий урон. Что это за такое оружие? Оно даже не желтого цвета, оно фиолетовое. Ну, блин. Это какая-то жесть. Невероятная. Так, где здесь все? Лучше бы сюда выехать. Здесь не так много луж получается. Ох ты, ох ты какой. Красавец. Так, вон туда я не поеду ни за что. А хотя теперь можно, да. Когда уже здесь. Так, давай быстро выезжай отсюда. Красота какая. Привет. Вот тут на пригорке стоит, хорошо ему. Хватит уже. Хватит тебе тут тусоваться, приятель. Прекрати стрелять. Теперь можно захватывать базу красных. Не-а. Дробовики. Вот прекрасно. Так. Значит, все поехали совершенно в другую сторону. Ну ладно, мы поедем
в основную часть команды. Будем помогать. Как говорится, у тебя прицел есть, я надеюсь? Так, немножко проехать надо, да, здесь вперед. Ну что ж ты делаешь-то? Забываю, что колеса эти, они слишком жирные, выступают вперед. Сейчас они появятся, да? О! О, какой красавчик! Нетушки, обойдется, пускай. Уже колесо отстрелить успели. Нормально. Так, где-то здесь еще сразу несколько с красной команды. Отлично. Ну, в принципе, нормально достаточно идем. Причем отвоевали часть у красной команды. Ну-ка. Ну ты чего? Ты не балуйся здесь, давай. Готов. Так. Ох! Вот и весь твой ракетный комплекс. И все, готов. Молодцом. Все правильно делаешь. Великолепно. Так, где еще один? Надо бы его сейчас тут отыскать. Ну, мы и так выиграли по количеству захваченных очков территории. Получается именно так. Угу. Неплохо. Очень даже неплохо, я бы сказал. Я очень хочу скрафтить желтый дробовик. Вот. Просто дико-дико мне хочется это сделать, потому что это очень мощное оружие. Это, да, это даже не фиолетовый, это, блин, это желтый дробовик. И, блин, великолепное оружие просто, супер-пупер. А тачка-то какая сейчас крутая. Великолепная конструкция у нее. Все-таки урон наносит шикарный. Так. Давайте подождем, пока наша команда немножечко разогреется, скажем так, и уже будем выдвигаться тогда. Скорее всего, в эту сторону надо будет ехать. Да, точно. Так, вон оно что значит, да? А вот зря они так поехали быстро, да, получается. Очень зря. Вот здесь, ага. Вот и вся его пушка ракетная. Так, надо срочно ехать территорию отбивать, потому что кто-то там хитрый уже ее вовсю пытается захватить. Так, он стрельба идет из ракет, кто-то шарахнул. Так, отсюда можно доехать по-быстрому? Вот, нормально, часть отбили, это уже очень хорошо. Как значит, да? Что происходит-то, блин?
Надо было немножко быстрее разогнаться. И тогда было бы другое дело. Не дают, не дают захватить. Обалдеть можно. Так, и где? Где здесь противник-то? Где он находится? Где-то катается здесь, похоже, по карте. Пускай. Надо захватывать территорию. Это обязательное дело. Да. Может быть, кстати, сейчас и появится здесь. Хотя, это нелогично совершенно. Зачем вылезать? Когда и так получается. Только он один остался из своей команды. Замечательно. Ну, хотя наша команда бы и так бы победила, на самом деле. Это все понятно. Очень даже все это просто и элементарно. Ох, какая шикарная тачка. Как же она мне нравится. Просто супер. И в меру подвижная, и достаточно мощная. Класс. И снова такая песчаная карта. Не очень мне нравятся вот эти песчаные карты. Не из-за того, что они открытые, не знаю, просто сами по себе. Какие-то они мрачные слишком. Так, поедем лучше в эту сторону. Я думаю, это будет правильно. Кто-то там из ракетных комплексов шмаляет. Лучше поехать, наверное, с этой стороны. Это, конечно, предположение только, ну да ладно. Вот откуда-то отсюда можно попробовать выехать. Так. Вот это было эпично. Ну да, кто бы сомневался, что он будет сейчас из ракетного комплекса. Где он есть-то? Вот, нормалек. Теперь надо ехать завоевывать уже красную территорию, само собой, только так. Ага. Вон он едет. Ну не надо сюда подъезжать. Не-а. Пушку свою убери, будь добр. Нормальненько. Эпичненько так. Великолепно. Да всего-то надо было вовремя подъехать на территорию красных и начать ее завоевывать. А так, конечно, ты еще попробуй успей на собственную базу доехать, отбить нападение от противоположной команды, соответственно. Ох, сложно в меру, но круто. Просто очень-очень-очень радует. Эту карту надо изучить в полной мере, потому что она такая достаточно непонятная. Для меня здесь только вот этих лабиринтов из этих кораблей. Но это прикольно. Да, это очень-очень прикольно. Здесь надо быть аккуратнее, потому что тут много открытых участков, на которых очень легко выцелить кого угодно.
Вот типа того. То есть сейчас надо выступать именно тяжеловесом. Именно так. Я говорю, тут кто-то прицелился очень-очень хорошо. Так, можно вот сюда доехать, к примеру. Не-а. Не дам я тебе целиться еще лучше. Так, давай-ка сюда, 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 сюда. Нормально. Да ладно. Так, и что происходит? Ага. Курсовые ракеты, да, получает? Ну, нет, не курсовые ракеты, а ракетные комплексы. Нормально так. Тачка просто восхитительная, великолепная, мощная, агрессивная, быстрая, жестокая и очень классная. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.